куда идут все эти люди? Все эти люди пошли на работу. В промышленную зону Кесарии. Работать и трудиться на благо промышленности израильской. Вопрос, что тут делаю я? Промышленная зона Кесарии расстроилась и стала очень красивой. Сейчас 7 утра, и большинство людей приехали на заводы Кесарии работать. Куча подвозок, автобусов привозят людей на работу. Кто-то приезжает, конечно же, и на своих машинах. В 7 утра жизнь в промышленной зоне уже бурлит. На машине, конечно, ездить тут крайне приятно. Широкие, приятные дороги. Правда, есть много лежачих полицейских. Смотрите, как красиво. Будка охраны. И направо Пордесхана и лужа. А с противоположной стороны другая часть промышленной зоны Кесарии. Вот такое маленькое, как это сказать, такая маленькая экскурсия, утренняя. А дальше обычный день, обычный блок. У нас тут в Пардесхане классный концерт. Прям развлечений куча. Уже собрались зеваки, как и я. Прямо на круге. Артистка Большого театра. Ладно, концерт классный, но мне-то на почту надо. Вот мы зашли в квартиру. Это гостиная, салон. Туда идут комнаты, а здесь большая и новая кухня. И вот тут есть часть, такой технический балкон, где можно поставить газ. Это трехкомнатная квартира. Улица Дерех Лимерхав, Пардесхана. Это одна спальня и вторая спальня. Здесь идет душевая. Есть туалет. И есть еще один туалет. В общей сложности 70 квадратов и аренда 2500. У нас на пиаце поставили в Хадере пианинку. Теперь тут весело. Осталось прислать сюда только мужа, как-то уговорить. Мальчики хорошо играют. Что-то тихо. Даже никому не мешает в таком-то тихом темпе. Выставка у нас тут на пиаце. Выставка на постоянной основе. Не знаю, что это. Какие-то творчества. Приехала уже с Хадеры. Ой, какое солнце, представляете? 11 ноября, а у нас по-прежнему так жарко, что это просто какой-то капец. Сегодня узнала для себя такое, что-то раньше не задумывалась. По поводу арноны, опять же таки. Оказывается, что если у вас есть новая квартира, в которой вы не живете,
то вы можете не платить орнону целый год. Получили ее уже как бы от каблана, от застройщика, но там еще делаете ремонт и все такое, и не живете. Вы можете подать просьбу в ИРЮ, в муниципалитет, и у вас будет скидка. Вам не надо будет платить орнону вообще, то есть освобождение стопроцентное. Дается эта скидка на 12 месяцев. Если же вы по истечению 12 месяцев тоже не живете там, вы можете еще раз подать просьбу, и вам еще на полгода продлят эту скидку. Разумеется, что в квартире не должно быть никаких вещей, ни посторонних людей, квартира не должна сдаваться, и вы в ней тоже не живете. То есть действительно не живете. Мужа тут встретила. Для этого надо подать просьбу в муниципалитет, и ваши данные, ваш ТУДАДЗУ, то, что вы хозяин квартиры. Не знаю, там какие-то еще документы, это все спрашивается в муниципалитете, но сам факт, почему-то я раньше об этом не задумывалась. Это конкретная экономия, надо сказать, не платить орнону. Орнона-то большая у нас в Израиле. Мало того, если даже квартира старая, а вы там либо делаете ремонт, либо вы сдаете и пока не можете найти квартирантов, вы тоже можете, но если при этом квартира пустая-пустая, как бы, никто там не живет, и вы там не живете, вы тоже можете подать просьбу, чтобы на момент, пока никто в этой квартире не живет, вы были освобождены от орноны. И это тоже стопроцентное освобождение. Конечно же, приходит проверка из муниципалитета, они проверяют, действительно ли в этой квартире никто не живет. И вы подаете документы, нужные в муниципалитет, и вас освобождают от уплаты орноны. Как по мне, прикольно, я не знала. Я думала, что живешь не живешь, орнону надо платить. А тут оказывается, ну это касается в основном владельцев квартир. Квартирант, который уехал просто в отпуск и не живет, при этом все его вещи в квартире, это не считается. Так нельзя. Такое освобождение вы не получите. А именно, когда вы, допустим, у вас сейчас нет квартирантов, а вы делаете в квартире ремонт, либо квартира стоит пустая, вы ее пока не сдаете, вы можете получить освобождение от орноны. А это не маленькая экономия. Еще раз напоминаю, орнона — это муниципальные налоги, у нас в Израиле она довольно большая. Орнона, за что платится орнона, это в основном вот все это... о благоустройстве прилегающих территорий к квартире, освещение, деревья, клумбы, дороги. То есть это такой муниципальный налог, который идет вот на это все, чтобы как бы нам было комфортно ходить по улице, по Израилю, ходить, ездить, летать. Вот. Ну все, на этом, наверное, все, потому что сегодня еще у меня, конечно, будут дела интересные. Я иду еще на встречу лидеров, да-да-да. У нас тут есть лидеры-хадеры. Раз в неделю проводятся встречи, сегодня лекция. Кстати, очень полезная для репатриантов. Я не знаю, разрешат ли снимать. Если дадут возможность, то сниму. Если же нет, то расскажу вам, возможно, потом, если будет очень интересно. Так что всем спасибо за просмотр и пока-пока.